Привет! Говорят, что каждое имя несет определенную информацию и может влиять на судьбу. Как стать счастливой благодаря своему имени? Как раз по этому поводу хотела девчонкам дать маленький советик, но это потом. Я часто езжу к тете на дачу. Там я познакомилась с интересной девочкой по имени Ольга. Днем мы с ней играем в разные игры, а вечерами любим поболтать. На днях Оля рассказала мне про одноклассника Мишку. Он постоянно дергает ее за косичку и быстро убегает. А она догоняет и лупит его пеналом. А недавно Мишка написал Ольге записку, что она ему нравится. Здорово! Вот лично мне один мальчик нравится. Я так подумала, может, мне тоже отдубасить его пеналом? Тогда, возможно, я тоже получу записку с признанием. А может, сначала прислушаться к экспертам? Специалисты рекомендуют обращать внимание на одинаковые согласные буквы в именах. Если типа есть хоть одна одинаковая буква, то тогда взаимопонимание и любовь будут долгими и крепкими. Поэтому, девчонки, если вы хотите влюбиться всерьез и надолго, то сначала изучите имя мальчика, а уже потом гоняйте за ним по всей школе. Но даже если имя окажется подходящим, смотрите, не переборщите, а то вдруг под руку попадет не пенал, а тяжеленькая сумка. Тогда признаний может и не быть. Хотя, кто его знает? Это и был мой маленький советик. Кстати, 5 сентября на нашем телеканале стартовала премьера телесериала «Ольга». Рекомендую смотреть. У меня все. Увидимся в следующий четверг. С вами была Юлия Горковенко. Всем пока!